Recording in progress. Yashoda Nandana Braja Janaran Punha Yashoda Nandana Braja Janaran Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jaya Mudhirayat. Nasta Prayeshu Vapadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamashloke. Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Text Number 33. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 12, текст номер 33. Tad abhipretam alakshya. Rataro chuta chodita. Danam prahinam ajaru. Adichyam dishi purisha. Tad abhipretam alakshya. Brataro chuta chodita. Danam prahinam ajaru. Udichyam dishi purisha. Vaishnavi? Anybody? Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Поняв сокровенное желание царя, его братья, по совету непогрешимого Господа Кришны, собрали необходимые средства на севере из богатств, оставленных царем Марутой. Комментарий. Махараджа Марута, один из великих императоров мира, который правил миром задолго до Махараджи Юдхиштхиры. Он был сыном Махараджи Авикшита и великим преданным Ямараджи, сына Бога Солнца. Его брат Самварта был жрецом, не уступавшим великому Брихаспати, ученому жрецу полубогов. Он провел одно жертвоприношение, называемое Санкара-Яги, и Господь был так доволен им, что отдал в распоряжение царя гору, состоящую из золота. Эта гора находится где-то в Гималаях, и нынешние искатели приключений могут попытаться найти ее. Он был таким могущественным императором, что в тот день, когда он заканчивал жертвоприношение, его дворец посещали полубоги с других планет, среди которых был Индра, Чандра и Брихаспати. И поскольку он был владельцем Золотой горы, то в золоте никогда не было недостатка. Балдахин над его жертвенным алтарем был целиком сделан из золота. Для более быстрого приготовления пищи на его ежедневные жертвенные церемонии приглашались некоторые обитатели Ваюлоки, воздушных планет, а собрание полубогов на этих церемониях возглавлял Вишвадева.
Благодаря постоянной благочестивой деятельности он смог искоренить в своем царстве все болезни. Все обитатели таких высших планет, как Девалока и Питрилока, были довольны его великими жертвоприношениями. Каждый день он раздавал ученым-брахманам милостыню в виде покрывал, сидений, паланкинов и значительного количества золота. Небесный царь Индрадева был очень доволен его щедростью и бесчисленными жертвоприношениями и всегда желал ему благополучия. Благодаря своей благочестивой деятельности он всю жизнь оставался молодым и правил миром 1000 лет в окружении счастливых подданных, министров, законной жены, сыновей и братьев. Его приверженность к благочестивой деятельности превозносил даже Господь Шри Кришна. Махараджа Марута выдал свою единственную дочь за Махариши Ангиру и по благословению последнего был взят в небесное царство. Вначале он хотел предоставить пост жреца на своих жертвоприношениях ученому Брихаспати, но полубог отказался, потому что царь был человеком, земным созданием. Это очень огорчило царя, но по совету Нарады Муни он назначил на этот пост Самварту, и тот преуспел в своем деле. Успех каждого жертвоприношения целиком зависит от жреца, проводящего его. В этом веке запрещены все виды жертвоприношений, поскольку среди так называемых брахманов, руководствующихся ложным представлением о том, что сын брахмана может и не обладать качествами брахмана, не осталось ни одного ученого жреца. Поэтому в век Кали рекомендуется только один вид жертвоприношения – санкиртана-ягья, введенная Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. Ом гьянатимарандасья гьянанджана шалакая чатурун милитаньена тасмай шри гураве намаха ванча каупатарубьясча крипа синду баевача патитанам паванебьо вайшнавибьо намо намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're hearing how Maharaj Yudhisthira required gold to perform the Ashwamedha Yagya. Мы продолжаем слушать о том, как Махараджу Юдхиштхире понадобилось много золота для того, чтобы провести Ашвамедха Ягью. He was intending to perform the Yagya to wipe away some of the sins which he had incurred from the battle of Kurukshetra. Он хотел провести эту ягью, чтобы избавиться от последствий грехов, которые он приобрел в ходе битвы на Курукшетре. But in order to perform the yagya, he required a lot of gold, and he didn't have any gold in the treasury. Но для проведения этой яги ему нужно было очень много золота, но в государственной казне его не было. So he was fortunate that he had his brothers there. And the brothers were willing to help him to go and collect gold from around the earth. И на его удачу рядом с ним были его братья, которые хотели ему помочь и вызвались отправиться на добычу золота. And we're told how there was a lot of gold left over from the time of King Maruta. И далее мы слушаем о том, как во времена царя Маруты было множество золота. This King Maruta was long before Maharaj Yudhisthira, so at some previous age. Царь Марута жил задолго до Махараджи Юдхиштхиры в предыдущей эпохе. And it's described how he was so pious and performed so many pious activities that the Lord was pleased with him and gave him a mountain of gold. И здесь описывается, что он был настолько благочестив и совершил столько благочестивых поступков, что Господь был настолько им доволен, что подарил ему целую гору из золота. And that Prabhupada says that mountain of gold is somewhere in the Himalayas. И Прабхупада здесь указывает, что эта гора из золота находится где-то в Гималаях. There are regions in the Himalayas which are, you know, people, they just cannot
investigate them. В Гималаях есть определенные участки, недоступные для людей. There's mountainous regions. They don't know what's there. Nobody knows what's there. Некоторые участки этих гор до сих пор не исследованы, и никто не знает, что там. And sometimes it's said that through this region in the Himalayas, you can go into the region where Bhumandala, the earth is near, it's beside Bhumandala, and you can enter into Bhumandala, and Mount Meru is there. И говорится, что через некоторые места в Гималаях мы можем попасть на Бхумандалу, где находится гора Меру. There's places like this where Hanuman is residing. Hanuman resides in Kimpurusha Loka. Например, Хануман проживает на Кимпуруша Локе, в таком месте. The Lord asked Hanuman to stay here, not to go back to the spiritual world. He wanted them to stay here. So Hanuman resides in this region. Kimpurusha Loka is near to Mount Meru. Господь дал ему наставление не возвращаться в духовный мир, а остаться там, и поэтому он обитает на Кимпуруша Локе, которая как раз находится недалеко от горы Меру. The point is that there are places on earth which are unnavigable. People have no idea what is there. И суть в том, что на Земле даже сейчас есть такие места, которые недоступны для людей, и никто не догадывается даже, что там. Just like Madhvacharya, when Madhvacharya was preaching, people said that what you're preaching is not right. And they were arguing with them. They wouldn't accept his preaching. Madhvacharya was preaching the Vaishnava philosophy that the living entity is eternally the servant. But people were saying, no, it's all one. Everyone was accepting Shankaracharya's teaching. Например, когда Мадхвачарья проповедовал о том, что живое существо — это вечный слуга Верховного Господа, люди не хотели это принимать и были привержены философии Шанкарачарьи. So Madhvacharya decided he would have to go to find Srila Vyasadeva and talk to Srila Vyasadeva and ask Srila Vyasadeva if what he was speaking was actually true. И Мадхвачарья решил найти и спросить у него, в чем же заключается настоящая истина. So Madhvacharya then went to the Himalayas because he knew Srila Vyasadeva was residing in the Himalayas. И Мадхвачарья отправился в Гималаи, поскольку знал, что Шрила Вьясадева обитает там. Vyasadeva knew that Kali Yuga was beginning, so he went to the Himalayas. And he's waiting for the end of Kali Yuga, and at the end of Kali Yuga, he will come back. Шрила Вьясадева знал, что начинается Кали Юга, и поэтому отправился в Гималаи. И там он ждет окончания Кали Юги, когда он вернется. So at this time, he's residing in the Himalayas, and Madhvacharya went there to find him. Поэтому он продолжает обитать в Гималаях, и Мадхвачарья отправился туда, чтобы найти его. So he's residing in a celestial region in the Himalayas, where it's not affected by the you know, the severe cold and winter and everything. It's not cold and it's not covered in snow like we think of the Himalayas. Он обитает в закрытом участке в горах в Гималаях, где не холодно, нет снега. But there's this region in the Himalayas which is celestial, more, you know, mild climate, and Srila Vyasadeva is residing there in the Himalayas. Там есть участок с мягким климатом, и Шрила Вьясадева обитает там. But in order to enter there, you have to be very pious. You have to have a lot of pious activities to enter into that region.
Но чтобы попасть в эту зону, вы должны быть благочестивым и совершить в прошлом много благочестивых поступков. So Madhvacharya was going there, and he was going there with one servant. One servant was following him, but they got to a certain point. Madhvacharya could go ahead, the servant couldn't go ahead anymore. И Мадхва-ачарья отправился туда со своим слугой, и они дошли до какого-то места, где Мадхва-ачарья мог продолжать идти дальше, а слуга уже нет. His servant didn't have enough pious activities to enter into that region. But Madhvacharya went, and he managed to meet Srila Vyasadeva. У его слуги не хватило благочестия, чтобы продвинуться дальше, и поэтому Мадхва-ачарья дальше пошел один и встретил Вьясадеву. And Srila Vyasadeva confirmed that what Madhvacharya was preaching was actually the correct philosophy. И Вьясадева подтвердил, что та философия, которую проповедовал Мадхва-ачарья, была верной. So that is why in our parampara system, it's from Brahma to Narada and to Vyasadeva, and then Vyasadeva, next is Madhvacharya. Поэтому в нашей парампаре по порядку, по преемственности идут Брахма, затем Нарада, затем Вьясадева и затем Мадхва-ачарья. So Srila Vyasadeva was 5,000 years ago, at the time of Lord Krishna, when Lord Krishna was on the planet, it was at that time Srila Vyasadeva was active. Шрила Вьясадева активно проявлялся 5000 лет назад, во времена, когда приходил Господь Кришна. And Madhvacharya is just 1,000 years ago, so there's a gap there between Madhvacharya and Srila Vyasadeva. There's a time gap. И таким образом Шрила Вьясадева жил 5000, проявлялся 5000 лет назад, а Мадхва-ачарья 1000 лет назад. И между ними есть временной промежуток. But Madhvacharya had gone there and he'd met Vyasadeva, and Vyasadeva had given him initiation, had accepted him and said, your teachings are right. Но, тем не менее, Мадхва-ачарья отправился туда, нашел Вьясадеву, и Вьясадева дал ему посвящение и подтвердил, что вся философия, которую он проповедует, верна. So that is the origin of our parampara, the Brahma-madhva, Vaishnava-parampara. Таким образом образовалась наша парампара Брахма-мадхва. So we have to understand there are regions on the earth which we don't know about. There are places on the earth nobody can explain what's there. И мы должны понять, что на Земле существуют места, неизвестные людям, и никто не может объяснить, что там. There are many mysteries on the earth, and people just forget about it. They don't think about it because we don't know. Where it came from, or how it got here, why it's there. Земля содержит много загадок, и люди предпочитают об этом не думать, просто забыть, и говорят, что это никто не знает, откуда это появилось и с какой целью. But we learn by hearing about people like Maharaj Maruta how important it is to be pious and to do sacrifices for the Lord and to give charity to the brahmanas, that these things are very beneficial for everyone. Но из примера Махараджи Маруты мы можем видеть, как важно быть благочестивым, совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования брахманам, и какое это приносит благо. So Maharaj Maruta, because he was so pious, that there was no disease on the planet at the time when he was ruling. Махараджа Марута был настолько благочестив, что когда он правил, никто ничем не болел. So we just had in recent times the COVID virus spread all over the planet. So much disease. There's so many diseases. Мы совсем недавно были свидетелями того, как вирус COVID распространился по всему миру, и сейчас столько существует болезней. Cancer has become so rampant, they say that maybe about half of the population
on the planet will die from cancer. Настолько широко распространился рак, говорят сейчас, что половина населения Земли будет умирать от рака. But 50 years ago you never heard about cancer. 50 лет назад еще никто не слышал о том, что такое рак. It's only in recent times these things have become. Только недавно это стало такой повсеместной болезнью. Because the planet is so sinful, because people are engaged in so many impious activities, so there's so much disease. Поскольку на планете совершается столько греха, и люди заняты столькими видами неблагочестивой деятельности, поэтому так широко распространяются болезни. But in the time of Maharaj Maruta, he was ruling the planet, and he was doing so many nice things. He was giving pleasure to Lord Krishna and the demigods. They were all pleased with him. Но во времена Махараджи Маруты он правил таким образом, что удовлетворял как Господа Кришну, так и полубогов. And it's stated here that he was a devotee of Lord Yamaraj, who is the son of the sun god. И здесь говорится, что он был преданным Ямараджи, сына Бога Солнца. Right? The sun god also has the Yamuna river as the daughter of the sun god. И река Ямуна это дочь Бога Солнца. So he was a worshipper of Lord Yamaraj. He's not exactly devoted to the Supreme Lord, but the Supreme Lord is pleased with him. Итак, он был преданным Ямараджи. Мы не можем с точностью сказать, что он был преданным Верховного Господа, но тем не менее Господь был доволен им. In the Krishna book you have the story of the Shamantaka jewel, how there was one person called Satrajit, and he was a great devotee of the sun god also. Играх Кришны есть такая история о камне Шьямантака и царе Сатраджите, который был преданным Бога Солнца. And the sun god was so pleased with him that the sun god awarded him the Shyamantaka jewel, which was producing gold every day. Бог Солнца был настолько доволен Сатраджитом, что подарил ему камень Шьямантака, который каждый день производил большое количество золота. And it's mentioned the quantity of gold which was produced every day. It was like several kilos. И говорится, что каждый день он этот камень производил несколько килограммов золота. I was in Komsomorsk. Komsomorsk, one devotee there is working in a region where they're mining gold. They're trying to mine, take the gold from the earth. But the amount of gold they get in a year is, you know, it's maybe a few kilos. The Shyamantaka jewel was producing more gold than their mining in a year. The Shyamantaka jewel was producing more gold than that in one day. Я был недавно в Комсомольске, и там есть преданный, который работает в золотодобывающей компании, и они добывают золото, и у них в год, может быть, выходит едва ли несколько килограммов, поэтому этот камень Шьямантака производил в день больше золота, чем они добывают за год. And that jewel, the Shyamantaka jewel, when it was worshipped properly, there was no question of any famine or any problem, any difficulties for anyone. Everyone would experience the greatest happiness of all material resources. If worship Shyamantaka. Yeah. И когда этому камню Шьямантака правильно поклонялись, то разрешались все материальные проблемы. Люди не знали никаких бед. So when we worship properly, when we do everything properly, it creates auspiciousness. Когда мы совершаем наше поклонение правильно, то из этого создается это очень благоприятно, это создает благочестие. Srila Prabhupada didn't give us any Shyamantaka jewel, but he taught us something more valuable. He taught us to worship the Supreme Lord. Шрила Прабхупада не оставил нам камень Шьямантака, но вместо этого дал нечто более ценное. Он дал нам поклонение Верховному Господу.
In the Srimad Bhagavatam, it tells that Satrajit became very attached to the jewel. Lord Krishna told him, you should give this jewel to Ugrasen because he's the king and the king should possess these things. But Satrajit didn't want to give it. В Шримад Бхагаватам описывается, что Сатраджит чрезмерно привязался к этому камню. Господь Кришна сказал ему, что он должен отдать его Уграсене, поскольку Уграсена является царем, но тот не захотел. And ultimately somebody murdered Satrajit to steal the jewel from him. И в конечном итоге кто-то убил Сатраджита, чтобы украсть этот камень. Even though Satrajit had given his daughter and he had given his daughter Satyabhama to Lord Krishna for a wife. But still Satrajit kept the jewel. Несмотря на то, что Сатраджит отдал свою дочь Сатьябхаму в жены Кришне, он не захотел отдавать камень. And you can see where there's a lot of wealth, then it can create many difficulties. И мы можем видеть, что там, где много богатства, может возникнуть множество трудностей. In Bhagavad Gita, Lord Krishna warns, he said, Bhogaisvarya prasaktanam taya parita chetasam vaya vasayatmika buddhi samadona vidiyate. In the minds of those who are attached to material opulence and sense gratification, and who are bewildered by such things, then the resolute determination for devotional service will not take place. В Бхагавад-гите Господь Кришна предупреждает нас, что твердая решимость в преданном служении не возникнет в умах тех, кто привязан к материальному и чувственным наслаждениям, и кого эти вещи сбивают с толку. So two things, Boga and Aishwarya, sense gratification, material opulence and sense gratification. They're all right, but if we get bewildered by them, if we become overly attached to them for our own pleasure, then it's not good. Две вещи, Бхога и Айшварья, это чувственные наслаждения и материальная роскошь, материальное благополучие. В самих по себе этих вещах нет ничего плохого, но если мы становимся чересчур привязанными к ним, то тогда это уже нехорошо. We know from the scriptures it said that you can make gold by an alchemical process. В Писаниях говорится, что золото можно производить при помощи алхимии. It's stated that anybody can become a brahmana if they're properly initiated and trained by a bona fide spiritual teacher. И также говорится, что любой может стать брахманом, если он прошел обучение и получил посвящение у истинного духовного учителя. And then the verse goes on to state that just like gold can be made by an alchemical process. Точно так же, как из камня камень можно превратить в золото при помощи алхимии. So you can make gold, there's a process to do it, but it's not very easy. Вы можете превращать камень в золото, для этого есть технология, но это сложно. You have to do things with mercury, which is poisonous. Mercury. Для этого нужно взаимодействовать с ртутью, которая ядовита. So it's very dangerous, very risky to try to make gold. Поэтому это очень опасно и очень рискованно пытаться получить золото. And as it's difficult to make gold, it's also difficult to make brahmanas. И так же, как сложно получать золото, точно так же сложно делать из людей брахманов. When Prabhupada went to Switzerland, he was in the city of Geneva, and they arranged for Prabhupada to meet the mayor of Geneva City. Шрила Прабхупада однажды был в Швейцарии, в Женеве, и преданные организовали для него встречу с мэром Женевы. So they had seen in Geneva, they'd seen many young people taking to Krishna consciousness.
И в Женеве много молодых людей присоединялось к сознанию Кришны. The mayor was surprised that so many young people were becoming devotees of Krishna. Мэр был очень удивлен, что столько молодежи становится преданными Кришне. And when he met Prabhupada, he said to Prabhupada, he said, I don't know what will happen to the world if everyone becomes Hare Krishna. И мэр при встрече сказал Прабхупаде: «Я не знаю, что будет с миром, если каждый станет преданным Харе Кришне». He said, if everybody is chanting and dancing Hare Krishna, what will happen to the planet? Если каждый будет только петь Харе Кришна и танцевать, что тогда будет с планетой? And Prabhupada laughed and told him, oh, the world will become very nice. Прабхупада засмеялся и сказал: «Мир будет прекрасен». And Prabhupada used to joke about it, how the mayor was worried about how everybody was becoming Krishna conscious. И Прабхупада потом периодически шутил на эту тему, вспоминая, как мэр был так озабочен тем, что каждый может стать преданным. But if everyone did become Krishna conscious, there would be no more disease, there would be no more famines, there would be no more severe cold. The whole planet would become very auspicious. Но если и вправду каждый станет преданным, то тогда не будет больше болезней, не будет лютых морозов, весь мир станет благоприятным. So we want to show to the people how Krishna consciousness is a positive alternative to the problems of the material world. Поэтому мы должны показывать людям, как сознание Кришны является позитивной альтернативой тем проблемам, которые сейчас происходят в мире. And by your example, by your behavior and lifestyle, you show to the people how Krishna consciousness is practical and also joyful. Своим примером, своим образом жизни и поведением вы можете показывать людям, что сознание Кришны очень практично и приносит радость. So we're encouraging all of you, you please continue with your preaching efforts here in Vladivostok. Vladivostok has become a very important city in Russia these days. Поэтому я хочу вдохновить вас и дальше проповедовать, дальше прилагать усилия по распространению сознания Кришны во Владивостоке, поскольку этот город становится очень важным во всей России. So many summits are held here, the leaders from so many different countries are coming here to attend conferences. Здесь проходят саммиты, форумы, на которые собираются лидеры многих стран. It's an important city, and we definitely want to show Krishna consciousness. Let people see how Krishna consciousness is alive and flourishing here. Этот город имеет важное значение, поэтому без сомнения мы должны показывать людям, что сознание Кришны здесь живет и процветает. So I want to thank all of you for your association while I've been here. Благодарю вас за ваше общение, которое я получил, будучи здесь. Thank you for hosting me, and I'm very satisfied, very happy to see Krishna consciousness very stable and very successful here. Спасибо, что приняли меня, и я очень удовлетворен и очень рад, видя, что сознание Кришны здесь стабильно и успешно. Hare Krishna. Okay, deity greeting. Приветствие божеств. Yeah. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki. Prasadam ki jai. Recording stopped.